хлебопечь с 19 автоматическими программами. Сегодня в обзоре хлебопечь Starwind SBR-2161. Кроме хлеба, она умеет готовить йогурты, джемы и даже рисовое вино. В комплект входит сама печь, пекарная камера с антипригарным покрытием, мерный стакан, мерная ложка, лопатка для замеса теста, крюк для вынимания пекарной камеры, гарантийный талон и инструкция с книгой рецептов. У хлебопечки пластиковый термоизолированный корпус. Устройство весит всего килограмм и имеет шнур длиной 110 сантиметров. В верхней части расположена панель управления с LCD-дисплеем. Кнопки отвечают за старт работы, выбор программ, веса, времени приготовления, цвета корочки хлеба. Три индикатора покажут этапы приготовления – цвет корочки и вес хлеба. Крышка имеет стеклянное окошко, чтобы наблюдать за процессом готовки. У хлебопечки 19 автоматических программ. С их помощью можно приготовить самый разный хлеб – мягкий, сладкий, на закваске, французский, цельнозерновой, молочный, а также кексы, джемы, йогурты и рисовое вино. Масса выпечки может быть 500, 750 и 900 граммов. Теперь о технических особенностях. Хлебопечь запоминает выбранную программу, поэтому настраивать ее заново в следующий раз не нужно. Есть автоматическая система подогрева в течение часа и таймер отсрочки, чтобы получить выпечку к нужному времени. После приготовления раздается звуковой сигнал. Ухаживать за прибором просто. После каждого использования достаточно промывать пекарную камеру. Многофункциональная хлебопечь Starwind подойдет тем, кто любит домашнюю выпечку и не хочет стоять у плиты. Этот девайс сделает все сам и к нужному времени.